Virtus Pro turn to ban. Virtus Pro turn to ban. Virtus Pros turn to ban. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Team Serenity's turn to pick. Virtus Pros turn to pick. Crystal Maiden. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжается первый игровой день группового этапа The International. И мы переключаемся на следующий матч Virtus Pro против Team Serenity. Для вас его комментировать будут Jotam и Maelstrom. Здравствуй, Вова! Здравствуйте, уважаемые зрители! Команда-фаворит, чемпионы четырех мейджоров, команда, на которую делают ставки очень многие в СНГ и вообще признанный фаворит Virtus Pro, против темных лошадок, команды Serenity. Serenity до этого турнира в буквальном смысле не отбирались никуда. Это их не просто первый большой турнир, это их первый лан вместе. Но тем не менее, многие люди также делают на них ставку, говорят о том, что они покажут себя и, возможно, даже займут высокое место. Ну, давайте смотреть. Пока что статистика у команд неплохая. Virtus Pro свой матч выиграли. Serenity сыграли в ничью с секретами. Чен Enchantress от Virtus Pro. Очень необычное начало драфта. Ну да, вот на этом турнире мы все Enchantress, что мы видели, лично я видел, это была Enchantress Support, либо пятерка, либо четверка. Там NoTail на ней бегал, еще кто-то. А здесь, скорее всего, это будет Enchantress Snowflame для Паши. И Чен будет, соответственно, от соло, наверное, пятерка. Потому что нынче Чен — это пятерка, которая охраняет твой сейф лейн. А к Инче, возможно, отправят какого-то персонажа вроде Тускара, Феникса или кого угодно захотят ВП для Роджера. Что-то в поддержку. Serenity отвечают Crystal Maiden, которая сейчас идет на втором месте по частоте пика. Они ей не отвечают, они с нее начали. Начинают с Crystal Maiden. И забирают также Клинкса, который появляется периодически у нас. Мне очень нравится Serenity своим подходом к пикобанам. Они очень быстро провели стадию пиков и, ну вот именно первой стадии пиков и банов. Я смотрел на Dota Buffy, они все свои игры в Best of 3 серии против любой команды, если они играют хотя бы две карты, у них обе карты одинаковые баны в первой стадии, всегда. То есть у них четкий план есть. Они очень быстро взяли ЦМ-ку, когда им ее, собственно, отдали. Они очень быстро закрыли Клинксом после того, что увидели Инчу и Чена. То есть они были готовы к тому, что ВП возьмут Enchantress, и готовы были закрывать его Клинксом, а еще и Чен. Ну, тем более удобно. Да, есть Колба, есть Клинкс. Бруда сразу отправляется в бан. Мы уже видели ее сегодня от Virtus Pro, и она была хороша. Спектра. Спектра, да, кстати, отправилась в бан, несмотря на то, что у ВП дабл пик, они закрывающие в первой стадии, но они уже на этом турнире взяли ее буквально пару часов назад на дабл пик. Довольно интересно, вот не так много информации, конечно, Team Serenity, но если говорить про драфт, помимо того, что сказал ты, у этой команды где-то 90-95%, наверное, даже героев на last pick уходит для их оффлейнера, Ксинка. Это парень, который запомнился всем на квалификациях Queen of Pain с Блинкдаггером, оффлейн Винтер Виверный. Вот именно на него делается во многом ставка, давая ему last pick. Здесь последний пик
у Virtus.pro 22-й. Посмотрим, что будут делать Serenity. Клокверк. Вот это Клокверк четверка для Роджера. И, видимо, та самая, которая... Ну, кстати, Клокверк с Enchantress, они очень сильно на линии напрягают Клинкса, так что здесь нужно что-то Serenity придумать на подсейв, чтобы это могло быть. Они брали Варлока, Сайленсер в бане, возможно, какой-то, может, Бейн даже. Ну, потому что Цемка, скорее всего, отправится в сложную, потому что слабо она помогает Клинксу, она больше любит лайн, где можно поубивать. С Клинксом ты на первых левелах убивать не можешь. Соответственно, нужен какой-то дефенс-вариант для Serenity. Ну и здесь вот уже взяли в первой стадии Клинкса, соответственно, действительно, если во второй стадии не возьмут героя для оффлейнер команды Serenity, то он будет ласт-пиком. Ну, будет очевидно. Хотя тут уже не важно, да, там что последний пик во второй стадии, что открывающий пик в последней стадии. Ну, Ксинка, он помимо того, что является вот таким неординарным игроком, это также по совместительству, можно сказать, самый опытный игрок. И Рейс Кинг появляется. Это первый по пикрейту герой на данный момент. Да, китайцы очень его часто берут, а китайских команд здесь много, поэтому, ну, скорее всего, все-таки, наверное, это будет Сэмка пятерка, а в Рейс Кинг четверка. Потому что не стали бы Serenity брать в Рейс Кинга вот так вот сразу, что ВП имели бы возможность закрыть его лансером и делать его кором. Очевидно, это будет суппорт. Следовательно, придется потерпеть Цемки с Клинксом против Инчи с Клоком. И кого-то сейчас... То есть саппорт ВК. Да, я думаю, что это саппорт ВК. Я вот думаю над каким-то героем, может быть, Фурион играет ли... Рики! Опаньки. Это очень неожиданный выбор. Может быть, это не саппорт ВК, а тройка ВК. Вот. Я так скажу, XCJ, играющий на четверке у команды Serenity, он очень славится тем, что... Ну, его можно сравнить, наверное, с Санейко в Нави в свое время. То есть он такой очень жадная четверка, которая... На квалификациях было много игр с Сайленсером, где он постепенно одевался в кэрри. То есть он любит, если ему дают пространство, если есть хорошая ситуация в игре, он любит пособирать такие боевые хорошие артефакты. Поэтому ВК для него как раз очень приятный персонаж. Но здесь появляется Рики. Я, честно говоря, вообще не представляю, как они будут расставлять это все и что будет происходить. Ну да, получается, два милишника будут на сложной, если это ВК тройка, Рики четверка или наоборот. Тут действительно странно. Но Рики — это тот герой, который из четверки тоже может довольно много вынести и в лейте раздавать. Да, тоже подходит для XCJ такой персонаж. Эмбер Спирит отправляется в бан. Это отличный герой против Фантом Лансера. Забанили Темплар Ассасин Serenity и Last Pick. А может быть, кором сделают Рики Мару, например, и отправят его стоять против Инчи, чтобы Клинкс сильно не страдал, и Клинкса отправят в мид. Например, такой вариант. Все последние турниры, которые я комментировал, аналитики, ну, периодически приходили к нам разные гости и говорили, что Рики никогда не появится. Рики не появится, он слишком слаб, у него слишком мало урона с руки. После этого, кстати, Рики добавили его немного урона. Его бафнули довольно серьезно. Да, потом патч. Еще апнули ему ультимейт, и вот Рики появляется. У него на первом левеле с блинка 100 урона магического. Вот, кстати, хотел у тебя спросить, как у бывшего, возможно, и действующего тренера, как у человека, который занимался непосредственно драфтами, вот ты приезжаешь на такой большой турнир. Наверняка есть какие-то заготовки особые. Как лучше начать? Лучше сразу что-то попробовать такое проверенное, надежное, или лучше оставить какие-то козырные карты на потом? Я вспоминаю просто в то время, когда я был тренером и ездил на большие турниры, там нельзя было пикать во время, нельзя было тренеру находиться в кабинке, либо в тренировочной комнате, когда команда играет групповой этап. И, соответственно, немножко поменялся состав у нас. Поэтому... Тут мне тяжело тебе ответить. Наверное, лучше, наверное, использовать заготовки тогда, когда это нужно. То есть, либо, например, первая карта в лузерах, либо решающая карта в винерах. Ну, в общем... То есть, не в третьей игре? Ну, не в самой первой. Ну да, вначале лучше не использовать. Итак, это ВР-ка. Опять же, пока непонятно, куда пойдет эта Windranger и как они собираются расставлять свои линии. Virtus.pro, last pick. Ну, вот... Я действительно поражен, потому что я не могу представить, кто на какой позиции, и это очень здорово, когда у тебя ФП, потому что вот лично мне сейчас в этом патче нравится больше даблпик.
Потому что у тебя есть возможность пикнуть последнего героя и, можно сказать, законтрить всех одним последним пиком. А Serenity сделали так, что непонятно, кого контрить-то надо. Врейс Кинг или Рик или Виндрейнджер. Все эти три героя могут быть корами, а могут быть суппортами. Ну, это легко объяснить. Serenity одна из двух команд без тренера. Более того, Пи это капитан команды. Да, у него довольно забавный никнейм. Да. Он начал играть в доту, ну вот профессионально он свое движение начал после того, как Винкс выиграли за International. Это очень-очень недавно по меркам дотерским. Но это Invoker, профессиональная дота все-таки. Наверняка он играл в паблике. Ну, конечно, конечно, поигрывал. Но это очень молодая команда. И во всех смыслах она была создана только 9 месяцев назад. Если сравнивать с Virtus.pro, где играют, ну просто, тримастодонты типа Солоча, которые уже... просто нереальное количество лет на профессиональной дота-сцене, да и, в принципе, вместе они уже давно посетили кучу турниров. Это первый лан для Serenity. Ну и они удивляют. Ксинг будет играть на Рике, Зит на мидовой ВР-ке, Пи на Рейскинге. Получается, вообще Рейскинг какой-то пятой позиции. XCJ на Crystal Maiden и ЖЖЖ на Клинксе. Ну, Virtus.pro все привычное. Ну, как, это, как ты и говорил, Солоч на Чене, Паша в оффлейн вместе с Роджером, скорее всего, Рамзес на Лансере и Нун на Инвокере. И вот я сейчас теряюсь в догадках. На самом деле, я не знаю, в какое русло может эта игра пойти. Потому что Рики на про-сцене я не видел, по-моему, очень давно. Ну, в этой мете так точно. Вот с тех пор, как Рики поменяли, с тех пор, как... Это 2 года назад, по-моему, перед 6-м энтом, он на 4-ке часто рассекал наряду с Monkey King'ом. С тех пор там его что-то нерфанули, и все. Рикимару с наших радаров пропал. И теперь это кор-позиция. Угу. Тройка. И я бы очень хотел посмотреть на качественного, уверенного в себе Рикимару на кор-позиции. Потому что наверняка... Ну, то есть, как бы, вряд ли это прям супер-мега-заготовка-сюрприз. Наверняка это, ну, одна из стратегий, например, вот против Enchantress, например. Ну, просто Рики против Инчи хороший герой. Он очень легко ее убивает. Это просто интересный... герой, хотелось бы на него посмотреть. Ну, у меня примерно следующее ощущение. Мне кажется, это будет либо тотальный провал от Serenity, они вообще ничего не сделают, либо это что-то будет гениальное, и мы все будем держаться за голову. Но давайте смотреть, игра начинается. Нам показывают Virtus.pro, речка. Это Рошпит, да. Красиво. Никаких стычек нету. Смотрю на миникарту, вижу, что Virtus.pro поставили один вард между верхней руной и центром. Закупы на ваших экранах. 2 варда у Рики. Он сейчас пойдет и в невидимости своей их поставит. Да, мне очень вот тяжело спалить. Очень интересно, как же будут себя вести Рики и Цемка. Рики себе купил сферу яда. Mm-hmm. Соответственно, он может быть агрессором и Чена, например, убивать. Но у меня есть такое подозрение, что лансеру сильно фармить мешать они не будут с Цемкой. Поэтому, возможно, ну и в миде ВР-ка инвокеру тоже не мешает фармить. Вверху, как мы уже сказали, стоит Клинк с Цемкой против Инчи с Клоком. Инча тут как бы тоже на фрифарме, можно сказать. Все-таки, наверное, я склоняюсь к варианту именно тому, что ВП быстро нафармят всех своих коров и закончит эту игру минут за 25-30 максимум. Да, первая серия показала, что ВП в полном порядке. Так, давайте смотреть замес за баунти руны. Мизер Сола пришел, получает стан. Да, Солч очень сильно пробивает. И это очень похоже на First Blood, так и есть. ФБ, баунти руны 2-2. Нет, 3-1 все-таки это в пользу Virtus.pro. ФБ за баунти руны лишнее. Да, ну такой размен. Станчик в Рамзеса, Доппельгангер. Опа. Уворачивается. Вкачал на первом левеле Доппельгангер. Да, ну, кстати, это ему сильно помешает стоять на линии, потому что вот когда у тебя копье и пассивка, ты можешь там разгоняться на героя, добивать крипов, а с Доппельгангером ты стоишь просто и крипов бьешь. И тебя могут даже попинывать. Кстати, видимо, получается, милишник ВК, милишник Рикимару. Мне интересно, как будут они с крипами разбираться, потому что у Рики нету топора и очень мало урона, а у ВК урона много. Как они будут пытаться делить ласт-хиты на линии? Потому что лансер, я уверен, переденает Рики без проблем.
Пока все не очень хорошо у Рики, один крип. Сверху также очень тяжелая линия, нам показывали, как Клинкс там проседает, отбивается. Ну, непростая игра будет для Serenity, это уж точно. Все-таки против них фаворит номер один. Ну и пока действительно все выглядит так, что ВП отдали ФБ, окей, но забрали лишнюю бамтируну, стоят спокойно, фармят на всех трех своих линиях. Не вижу никаких пока для ВП особых проблем. Небольшие проблемки вот у инвокера. Ой-ой-ой, ну, пауэршотом кто промазал. Кто так делает? Не, ну Зит очень плохо сыграл, очень плохо. Он и стоял чуть не и заряжал, погиб. Да, и взбили фласку ему, короче, да, ладно. Зит слишком агрессивно сыграл. Он мог сыграть хорошо, но он зачем-то начал рисковать, потому что там еще был Fairy Fire у Нуна, и с пауэршота не умирал Нун. Непонятно, чего вообще пытался добиться Зит этим своим действием. Но по крипстату у него все более-менее. Сейчас нужно дождаться курьера какого-то подхила. Мы видим, что курьер пока несет манго, рейсбенд. И вот сейчас я закупил фласку. Да, по-моему, даже вернули курьера ради этого, для того, чтобы курьер взял и помог мидеру. Это сейчас необходимо. У Клинкса 8-1. Все неплохо на этой сложной линии. Лансер 9-2 также стоит свой лейн. Ну и Рики 6-1. Что-то добивает. ВК что-то ни одного крипа не забрал. Что-то пока пытается, но я думаю, что и что лансера эта ситуация устраивает полностью. Клокверк ставит Коги, оттолкнул только Кристал Мейден, здесь Зит. Ну, находит Аркан Руну. Не то чтобы она слишком полезна сейчас, а тем временем Рамзес очень сильно проседает. Ксинг идет за ним до конца, Чен замедление подходит вместе с Сатиром, но закрывает Рамзесу он дорогу. Он блинком промазал. Ай-яй-яй, как промазал. Отправляют на базу, Рамзеса успевает, Солочь в последний момент и... И также отправляется в таверну. Минус 2 в исполнении Чена. А Лансер тут как тут, он быстренько закупился и с телепорта вернулся. В общем, я меняю свой прогноз с 25-30 минут до 20 курьер минут. Тем временем, Роджер. Видя то, что происходит, еще минус курьер. Не попал по кнопке. Ксинг, Ксинг прилетел еще раз. Нет, еще не умер, но, возможно. Но страдает. Возможно, страдает сверху. Минус Роджер в размен ножи. Жи-жи-жи погибает, и XCJ остается здесь один против Enchantress. Ну, в общем, линии как-то немножко закидывают. Чувствую, у нас Serenity. Что волнуются китайцы, потому что вот если там просто нажми Рики Blink Strike на героя врага, а не на своего героя или крипа, я не помню, что там было, все было бы, возможно, иначе. Что и курицу еще отдали, и Зит чуть ранее, там, и минуты ранее в миде. Подставлялся. И сейчас я думаю, и что подставляется. Просто будет паровоз. Есть сетка, Рамзес, Шоквейв и Пи прожимает стики. Живет еще какое-то время, но вряд ли он отсюда уйдет. До одного копья он живет. Опа, вот. Заметили. Замансил. В этот момент на центральной линии у Зида проблемы. Забирают Пи, забирают Зида. Это 5-2 в пользу Virtus.pro. 1000 преимущества уже. Ну и действительно очень похоже на паровоз. Здесь нужно понять, насколько сильно... будет длиться дизмораль команды Serenity, потому что типа они могли бы вот прямо сейчас написать ГГ и не париться, но возможно им придется еще пострадать некоторое время в этой игре. Очень похоже на первую игру против Secret. Serenity плюс-минус так же начинали, ни шатка, ни валка, но потом эта команда славится тем, что в какой-то момент она идет и начинает драться. И делает это очень хорошо. Но другой вопрос, что и Virtus.pro вроде как неплохо тяжело берутся. Тяжело драться будет против трех отфармленных коров ВП. И с аутфармом, да, действительно, не пофармишь особо, не подерешься особо. Чен продолжает помогать лансеру время от времени, при этом еще и подфармливает регулярно. Рамзес уходит в лес. Ну здесь вот нужно подойти соло с Дастомом. Очень хорошо сыграл Пи, смоукскрин, подходит соло. Будет ли отправлять Рамзеса? Критуля вылетает, Рамзес без хп отступает. Соло захиливается флаской Рамзес. Очень, очень красиво Рамзес здесь мансует в лесу. В итоге восстанавливает себе все хитпоинты. И борьба за баунти руны сейчас пойдет. Первый забирает Пи, соло. И на повороте обошел. Да, нету стана на кулдауне. Пи опять замахивается, соло забирает баунти руну. И возвращается на линию. 5-2, 5-3, та же ситуация, 1000 преимущества, все очень неплохо у Virtus.pro, инвокер в полном порядке, лансер тоже, Enchantress свое выносит, хотя по крипстатам не проседают Serenity, лансер получает стан, подходит под вышку, 2 сатира, 2 шоквейва, это очень опасно. Ну вообще да, я смотрю на крипстаты, абсолютно зеркальные на самом деле. Так, жи-жи-жи. Закрывают XCJ, Роджер сразу отступает для того, чтобы его не убили. XCJ, скорее всего, погибнет, так и есть, погибает. Ксинг приходит сюда, но здесь уже ничего. А вот это ТП, это фатально, на самом деле. Ты
третий левел Рикимару, ты пнулся зачем-то наверх, и что ты будешь делать дальше? Ты пешком через всю карту пойдешь, или ты кого-то убить собираешься? Непонятно. Фокус Fire от Windranger. Погоня за инвокером. Инвокер перекастовывает инвиз, и здесь нечем обнаружить. Здесь есть еще Windranger. Ну, тут же еще Рики скоро подойдет примерно в эту локацию. Два шоквейва. Подходит Clockwork. Зит. Виндран привязывает инвокера, но здесь слишком много. Неравная борьба. Подходит Рики, но ничего не может сделать. Его еще и просвечивают. Он успевает зайти в рошпит. Что, пойдут за ним? Нет, нет, не пошли за ним. Аккуратно, Ксинг простоит в рошпите. Статистика на ваших экранах. 38 курьеров. Ну, знаешь, этого курьера, не могу сказать, что прям Роджер как-то убил. Скорее, курьер просто зашел в Роджера. Да, не да. Законтролили совсем, как-то ну, волнуются. Убивают курьеров игра. Обычно либо игроки на Фурионе, либо игроки на Никсе, либо на Баунти Хантере. Ну, соответственно, наиболее вероятно, это четвертая XCJ. Позиция. Два шоквейва, остается без хп, использует колбу на одного из сатиров. В этот момент была атака снизу от Рамзеса. Он вынуждает телепортироваться Райскинга на базу. Это тот самый Рики, кстати. Да. Ну, ты хотел увидеть уверенного Рики. Пока уверенным Рики здесь не пахнет. Да потому что два милишника стоят, я не понял их задумки. Они пришли просто постоять, добить в два раза меньше крипов, чем твой оппонент. Будет охота за Пашей. И еще и нафидить потом. Роджер все еще здесь, Солыч также далеко не уходит. Некоторые проблемы с маной есть у него. Ну и назревает конфликт 3 на 3. Ставится вард, видит Роджера. Видит Соло, по-моему. Но как-то убивать... Не хочется нападать ни на Инчу, ни на... Вот... На Чена. На Чена только хочется нападать, и в принципе да, он умрет. Да, Чен очень далеко зашел, но Клинкс также проседает. В итоге Клинкс отступает, два героя сбивают Клинкса. Он погибает, ну и Чен, скорее всего, тоже погибнет. В этот момент Рейс Кинга забирает Рамзес. Чен все еще живет, пауэршотом добивает его Зид, который подтягивается с центральной линии. Ну, и Нун тоже решил подтянуться, хотя, в принципе, особо здесь его помощь пока не нужна была. Интересно то, что обычный инвокер все-таки старается сидеть на миде до последнего, для того, чтобы получить максимальный уровень, максимальный фарм, разогнаться, но здесь Нун решил подключиться. Колба в сатира. А теперь так все инвокеры играют, если я не ошибаюсь, это именно кувешный инвокер, который покупает себе урну, возможно, да, он ее купил, он будет бегать с фейзами очень быстро, с замакшенным вексом, перемещаться по карте как просто Бэтмен. Нападение на Райс Кинга, колл-снэп. Вот, и моментально да. Взрывается. Ксинг. Отличный шекл от Зида. Фокус Файр. Ксинг прыгает. Будет? Очень хорошо. Но нужно Чена пробивать. Пытаются пробить инвокера. В итоге инвокер уходит в инвиз. Нету никакой просветки. Солч могут отпустить. Последний выстрел. Пауэршот. Хорошая игра. Зид забирает этот фраг. Но просветки не хватает против инвокера, прямо скажем. Хотя даже с просветкой забрать его было тяжело. Как ты отметил, урона нет. Все это время пока все это происходило, фармил лансер. И вот сейчас к нему пришел Клинкс помешать, так сказать. А вот и Нун. Он прилетел. Непонятно, что по дастам, кстати. Потому что торнадо коротковат оказался. Ну, Клинкса нет инвиза. Так. Поэтому дасты вряд ли понадобятся. Вот это, кстати, прикол. А как они это поняли? ЕМП. Они просто пошли до конца. Это Virtus.pro. Они вполне могли пойти до конца, просто проверить. Ну и догадаться тоже можно, если Клинкс ни разу не уходил в инвиз в игре. Ну, может быть, не было нужды. Ну, странно. Ну, возможно, они что-то знают. Потому что уж на шестом-то левеле не иметь даже в раз. Это как на ВР-ке не иметь Виндран в раз. Наверное. Или на антимаге Блинк. 3000 преимущества, очень комфортная игра для Virtus.pro, все у них получается. ВК здесь будет очень тяжело, он на саппорт позиции против инвокера, который уже выжигает очень много маны. Нападение на Роджера, Роджер проседает, ЕМП взрывается, взрывает двух игроков оппонента. Роджер также погибает, размен 2 в 1, вполне себе неплохой. И самое главное, Virtus.pro забирают 4 баунти руны, что дает им очень много золота. Преимущество возрастает, ну почти до 5000, да, до 5 с лишним даже. Инвиз появляется. А вот и инвиз. Получается, Нун летел без дастов. Ну, я, честно говоря, не помню, были ли они у него. Летел гангать человека без дастов. Интересное. Ну, и он решение. Был прав. Да, да. А, ну там стоял, смотри, вот этот центряк стоит. То есть, возможно, расчет был именно на него. А здесь в смоке. Паша и Соло. Тут... Инчантрес и Чен. Да, конечно, гангеры те еще, но с крипами может и получиться. Может быть, курьера убьет Паша в стычке. Оба.
Ну, да, очень быстро забирают курьера. Здесь нереально среагировать, видят Райскинга. Получают нового. Но урона здесь просто нет. Кристал Мейден с Райскингом не справится. Тем более, ВК уже погибает. Рики перетягивается. Смоукскрин. Пробивает Чена. Чену больно. Чен погибает. Остается Энчантрес. Энчантрес очень тяжело бить. Роджер тем временем забирает Зида на центральной линии вместе с Нуном. Ксинг использует ультимейт. Подфармит крипов немножко, не более того. Тем временем Рамзес нападает на Жижижи, который на том самом центрике погибает. Рики использует блинкстрайк, но погибает от импетуса. И Паша готов вырываться под тавр. У него есть крип, который затанкует. Это крип Солыча. Пошла ракета, барабанчики. Зная, что Crystal Maiden здесь, санстрайк. Фраг для Паша. Полнейшая доминация Virtus.pro. Да. А меняю свой прогноз с 20 минут до 15. Еще понижаю. То есть 4 минуты осталось. ВК использует стики, поднимают ветра его. Остается очень мало хп, пора отступать на базу. Ну, прямо совсем ничего не получается у Serenity. Даже непонятно, в чем главная задумка была. Вот была у меня мысль перед этим интернешнлом, что он будет схож с четвертым. В том, что, скорее всего, выиграет китайская команда. И в том, что длительность игр будет, скорее всего, ниже, чем на остальных. Потому что вот благодаря таким вот играм, где ты задоминировал лайны, и все. И здесь уже враги не могут найти себе места. Никакой камбэк-системы, и все в этом духе. Это визитная карточка Virtus.pro, тем более, это их любимый плейстайл. Ты выиграл линии, Роджер, и все. Шеклом не привязывает. Ну, тяжело будет убить, у него еще коги. Он уже довольно плотный. Ксинг. Выход на Пашу. Ну, кстати, есть шанс его убить здесь. Успевает подрубить хил. Ультимейт, фокус фаер. Два героя, которые игнорируют пассивку. Это ультимейт Рикки и ультимейт Виндрейнджер. Два спала. И легко убивают Энчантрес. Но это очень мало. Нужно гораздо больше Serenity, чтобы вернуться в эту игру. Они проигрывают 6000. Лансер, Доппельгангер. Находит ли настоящего? Пошел ультимейт, находит настоящего. Не сбивает ультимейт Crystal Maiden, но Crystal Maiden очень быстро погибает. Жи-жи-жи. Также отправляется в таверну. Хил Чена. Да, не сбил ультимейтом Роджера, зато сбил потом когами. Да и в любом случае такое ощущение, что уже не хватало там этого урона. Слишком живучий лансер. Преимущество становится 8000. Причем такое ощущение, что инвокер еще не вошел полностью в игру. Вот он бегает, у него макшен и векс, но у него есть еще экзорт. У него 0 урон. Вряд ли у инвокера, который часто присутствует в киллах, будет 0 урон. Да. И все отлично у Рамзеса. 7200 нетворс. Тем более, что, глядя на этот пик, ну, Клинкс с лансером не очень хорошо дерется. Рейскинг, тем более, такой. С лансером тут никто хорошо не дерется, кроме, может быть, ВРки, которая лишь подскажет ребятам, кого бить. А Рики я не увидел ничего в этой игре. От Клинкса, собственно, тоже. Ну, и в Рейскинг суппорт. Ну, это был милишник вместе с Рики на линии, который постоял. Кто знает, что было бы, если бы Рики тогда нажал бы блинкстрайк в героя. Он бы убил, он бы не умер. И, возможно, он бы что-то смог заполучить, чтобы не так сильно проиграть. Ну, как минимум, не такой сноубол бы получился. Да. Может быть, он начался чуть позже. Так вот, это именно череда мелких-мелких ошибок. В миди Зид, там, когда не совсем по шансам пошел и долго курицу ждал. Из-за этого, возможно, инвокер добил крипов больше, чем должен был. Курицу потеряли сверху абсолютно по-дурацки. Блинкстрайк нажал на крипа. И вот куча этих мелких ошибок, а Virtus.pro цепляются в них, как хищники, и не отпускают, и не прощают. И 15 минут, и все, уже ливать хочется. Но это очень похоже на то, что и должно быть опытная команда, которая посетила очень много ланов, которую не сбить просто так с толку, и команда, которая очень сильно нервничает. Да на самом деле, вот групповой этап International ты не назовешь лан, потому что ты сидишь в своей практис-руме. То есть, по сути, ты даже никуда не идешь специально. Там камеры на тебя не смотрят. Ты просто сидишь так же, как ты играешь папчик. Находит Энчантрес. Пи. Шекл. Не залетает Фантом Лансера. Пошел ультимейт от Crystal Maiden. Много урона. И Энчантрес погибает. Рики дает ультимейт. Выжигает всю ману Рейскингу. Использует стики. Погибает. Тем временем Клокверк закрывает Зида. Зида уничтожают. Пытается отступить Crystal Maiden. Ксинг здесь в Вайсволе. И в инвизе Клинкс, который только-только пришел в драку, но лучше бы он в нее и не приходил. Ну, Жи-жи-жи. Он убил одного героя и выжил. Ты смотри-ка. Нечем было сбить. У Нуна все в кулдауне. И колдснеп, и торнадо. А, получается, это 3 в 2.
Было бы 4-2, было бы совсем плохо, и вот 15-я минута прогноз бы сработал. Ну, не так все плохо для Serenity в этой драке получилось, но это ничего не меняет. Все равно они проиграли еще 200, преимущество Virtus.pro еще больше, и пока нету ничего в этой игре, что заставит нас сомневаться в том, что ВП доведут ее до конца. Ну, возможно, лишь несколько фидов до подряд из разряда Рикимару плюс ВРК убивают Пашу, вот как они это сделали минуты 3 назад. И в этой драке, собственно, тоже так произошло. Но Лансер... А, кстати, ты заметь, Рамзес купил себе манту первой шмоткой. Не диффуза, как все лансеры делают, а манту. Чтобы его, ну, точно никак не убили. На случай, если вдруг купит себе очень быстрый оркет лансер, ты... Ой, не лансер, а... Клинкс. Клинкс, ты от него не умрешь в соло. На случай... Надежная игра. Колбочки. На случай, если в тебя летит стан в Рейскинга, а у тебя кулдаун доппельгангера. То есть... И еще куча статов тебе дает. И Virtus.pro уже хотят попробовать зайти. У них есть Enchantress, который может взять себе катапульту. Есть Чен, который может привести крипов. Он даже не успел на этот пуш на самом деле. Заходит, разводит на Fortification, алакрити на катапульту и отступают. Потому что еще только 17-я минута и лезть на хайграунд рановато. Сами используют Fortification, возможно, для того, чтобы катапульта пожила еще немного и сделала хотя бы один залп. Да, чтобы лайны чуть пропушить, чтобы, возможно, создать себе пространство для Рошана, который по логике им бы сейчас нужно забрать в ближайшее время, что Рики. У них есть дриада. Нападение на Чен, но здесь уже форстав. Сразу два сентри ставятся, Рики еще и под просветкой, санстрайк. Не попадает санстрайк, но неважно, Рики здесь никуда не уходил. Скрипы со всех сторон героя соперника. Такой отчаянный мув от Синка, от Ксинка. Показывают алакрити первого уровня, ну, по экзорту. Ну, это все-таки действительно Рошан. Это абсолютно логично. Мы выиграли линии, после этого отпушили их, там снесли тир 2, похоросили тир 3, зайдем на Рошана. После этого допушить оставшиеся тир 2 и уже потихонечку заходить. Пауэршот от Windranger ставится с энтри на всякий случай. Пошла ракета на разведку. Вряд ли будут врываться здесь Serenity на Рошана. Это ну, очень тяжело мертв, сделать. Конечно, он только-только воскресился. Забирают Рошана, забирают Аегис. Я бы сказал, что это даже Аегис, не который они как-то будут разменивать, а скорее всего просто Рошан, чтобы закрепить преимущество, чтобы Кор чувствовал себя более уверенно, чтобы побыстрее появился второй Рошан, если до него Serenity доживут. Чтобы враги были деморализованы тем, что эх, мы еще и Рошан надали, что же нам да, делать? Изид. Уходит Вендран. Нун уже очень нагло позволяет себе играть, забегать между тир 2 и тир 3 вышками, причем никто его за это не наказывает. Ультимейт Чена. Клоквер культует, не попадает. Вард стоит у Virtus.pro на вражеском шрайне. Очень много вардов, кстати, стоит на карте, и у Serenity в том числе. За это, кстати, отдельный респект, учитывая то, что как их давили. У них, смотри, у них стоят варды, они видят все. Ну, у них есть рики, которые можно пройти. Ну, да, но, блин, я думаю, все-таки не станет кор рики заниматься тем, что целенаправленно идет и ставит варды. Но они, кстати, заканчиваются. Они заканчиваются, и сейчас настанут тяжелые времена по вижену. Да, но 8 или 7 минут назад они, я думаю, у них положение было ничуть не лучше. Им было точно так же тяжело было пройти на вражескую половину карты или хотя бы на центр выйти. Virtus.pro двигаются по нижней линии. Вообще, конечно, ВП — это команда, против которой ну, очень тяжело играть. Если они в форме, тебе нужно знать, как против них отыграть начало. Если ты этого не знаешь, то ты проиграл, они не отпустят. Знать, что делать в мидгейме. И даже если первые два этапа ты прошел, то очень тяжело закончить. А вот Serenity как раз после китайских отборочных оставили о себе такое впечатление, что это команда, которая прежде всего неплохо стоит линии, и после этого идет драться моментально. В этой игре такая стратегия не сработала вообще. Они так сильно проиграли линии, что драться они не смогли. Да, ну это уже вопрос скилла и опыта. Потому что... Алакрити на лансера. Всегда в таких противостояниях решают мелочи. Очень незначительные вещи. Ну, вот мы их уже перечисляли. Действительно, вот если бы вот этого всего не было, не было бы такой жесткой доминации. И вот сейчас вроде бы кажется, за 20 минут ВП вообще изи раскатали. Но вот чуть-чуть по-другому пойди, и при том там не скажешь, что там сильно так, плохо ЖЖ сыграли. Получает копье, просветка, ЖЖ, колснэп, кидает в него Хадукен Сатир, минус кэрри, 40 секунд без клинкса. Ситуация и без того печальная, тир 3 падает, защитить тир 3
вряд ли как-то получится. Лансер уже запрыгивает на хайграунд, запрыгивает куда-то под фонтан. Клоквер культует. Нашли Рики. Рики подрубает ультимейт. Клокверка убить не получается. Пауэршот в молоко. Инвокер поднимает Рейскинга. Рейскинг остался совсем один. Есть мана на перерождение. Убивают его первый раз. В этот момент уже погибла ЦМ-ка. ВК перерождается, но уйти шансов нет никаких. Забирают его очередной фраг для Рамзеса. И остается только два героя в живых. Падает первая сторона на 21-й минуте. При том, что Аегис все еще не выбили. И все еще он есть у Рамзеса и будет 2 минуты. Возможно, это... Они пойдут на вторую сторону. Да, возможно, это будет вторая сторона. Две катапульты, нет, три катапульты имеется даже. Две из них принадлежат Чену. Солоч не подставляет катапульты, это очень важно. Они очень сильно помогают на такой стадии. Алакрити на одну катапульту, второй не досталось. Ну и так неплохо. Её съел. Съел Клинкс, но абсолютно правильно. Смокскрин, Рики нападает. Отличные ветра от Нуна. Стан залетает в инвокера, но зафоксить его не могут. Рамзес танкует, понимая, что у него Аегис. Забирает ВК еще раз. 30 секунд без Рейскинга. Чен включает ультимейт. Рамзес очень битый. Можно разменять Аегис, но он не позволяет выбить из себя Аегис до конца. Еще и подхил. Еще целая минута есть. Можно подхилиться, вернуться, кинуть еще копье, получает нового. Остается очень мало хп, но добивать его не могут, потому что понимают, нужно... Там Аегис. Да, все-таки добьют, наверное, сейчас первый раз. И теперь нужно что-то придумать с ним второй раз. Ждут ВК, 5 секунд. Тем временем попытка выйти в спину от Клинкса. Даже... Ничего не успел сделать, 40 секунд без Клинкса. Байбека у него нету. Зид. Ветра, ЕМП. ЕМП выжигает всю ману у Зида. И вторая сторона медленно падает. Еще и под сейф Роджера. Делает ТП. Рики. Ультимейт. Никакого урона нету. Доппельгангер от Рамзеса. Уходит от стана. Ксинг. Погибает. Соло на лоу ХП. Рейнджкрип бьет его. Рейнджкрип переключается на Нуна. Забирают троих. Остается двое. И ГГ пишет Пи в этот момент. Ну, очень уверенно от Virtus.pro. Да, тебя так послушаешь, как будто игра была захватывающая, а концовка решала судьбу матча. Для этого меня и пригласили на The International. Ну, все очень классно сделали Virtus.pro, не допустили никаких ошибок. Я, честно говоря, вообще не помню каких-то моментов, где у меня хотя бы закралось... Малейшие сомнения какие-то закрались в том, что Virtus.pro выигрывают эту карту. Вот начиная с драфта и заканчивая этим моментом.